День здоровья пройдет 10 апреля на центральном стадионе Воденцова. Приглашаются члены клуба «Активное долголетие», общественной организации, поклонники здорового образа жизни и все жители нашего округа. В программе прохождение дистанции в 10 тысяч шагов, массовая зарядка, культурные мероприятия. Будет работать пункт вакцинации. Мероприятие начнется в 10 часов утра с медицинского обследования и спортивных мастер-классов.